Спасибо большое, что вы потратили воскресенье и пришли. На самом деле, я не так часто попадаю в книжные магазины, и сегодня я прошла и подумала, боже мой, так мало времени жизни и так много книжек, которые хотелось бы прочитать. Поэтому... пожалуйста. Поэтому... отбор. Поэтому мы стали выбирать очень. Ну вот я уже довольно-таки давно. Вот, и очень интересно. Дело в том, что когда мы приходим покупать продукты, то мы рассматриваем там срок годности, какие-то там красители, добавки, и не покупаем того, что кажется так неполезным. Что же касается книжек, то эта формула работает довольно плохо. А надо сказать, что то, что мы засовываем в свою голову, никак не менее существенно, чем то, что мы засовываем в свой желудок. Поэтому это мой, так сказать, это и моя проблема, но это и всех проблема. При таком изобилии, огромном изобилии книг, которые сейчас издаются, как выбрать? Ну, у каждого из нас есть своя стратегия на этот счет. Я-то вообще любитель перечитывать. И довольно мало читаю современной литературы. Но, тем не менее, все-таки мы все в этом нуждаемся пока что. Прочитать хорошую книжку – это все-таки большая радость. И до сих пор у меня всегда около кровати стоит стопочка, которая только растет. Вот мне никогда не удается справиться с тем, чтобы она как-то так уменьшилась. Она все время, книжки прибавляются, а читаю я все-таки гораздо медленнее, чем прибавляются эти книжки. Вот сегодня мне подарили две книжки, я купила одну, значит, стопочка увеличится вот настолько. Вот, значит, это я вообще про чтение, что мы должны быть бдительными. Должны быть бдительными и свое драгоценное время и драгоценные мозги не давать засорять. Это наш контроль. Это то, что называется самоцензура, в ее хорошем повороте. Вот мы должны цензурировать это. Вот, значит, это я вам сказала. Вот, теперь, значит, что касается вот этой книжки, которая только что вышла. И просто это на самом деле большая радость моей жизни, потому что я начинала с того, что я писала рассказы. Моя первая книжка с рассказами вышла в 93-м году. А потом как-то так жизнь моя меня развернула, что я стала писать все, так, все подлиннее и подлиннее. «Сонечка», «Веселые похороны» – это уже были повести. А потом пошли толстые романы. И надо сказать, что я на самом деле очень не люблю писать романы. Это дико тяжелое и изнуряющее занятие. Оно занимает годы. И ты живешь как маньяк, как сомнамбула, делаешь всю свою жизнь. А на самом деле тебя там нету. Потому что ты и днем, и ночью, это тебя книга, этот сюжет большой тебя держит. Там большое количество людей, которых надо удержать в голове. Ну не станешь же каждый раз, когда ты садишься за работу, снова перечитывать, что там уже написано. А память у меня довольно плохая. В общем, дикое напряжение, короче говоря. Вот. И поэтому сейчас, когда я наконец вот вернулась к рассказам, я себя чувствовала совершенно счастливой. Кроме того, у меня есть такое ощущение, по-видимому, связанное с очень заметным изменением времени, дикая скорость, с которой все происходит, с которой все меняется, она, мы немножко, вот лично я не успеваю за этим временем, безнадежно не успеваю. Ну и вся эта проблема с чтением, с получением информации, с возрастанием, она меняется на наших глазах невероятно. И я думаю, что мы, наверное, последняя, у нас 20-й год, ну, в общем, книжки вымирают, на самом деле. Будет какое-то, через какое-то короткое время мы вспомним этот анекдот про милиционера, которому дарят сослуживцы подарок и говорят, а может быть купим книгу? А собеседник отвечает, нет, не надо книгу, книга у него уже есть. Вот эта самая книга у нас уже есть. Это, конечно, тот случай, вот направление движения такое, что книг будет, как я думаю, могу ошибиться, книг будет гораздо меньше. И книга будет носить символический, знаковый характер.
такой, а вот моя библиотека, в ней 15 книг. И это то самое, что составляет для человека ценность его. Так мне кажется, это фантазия. Это фантазия на тему. Вот. И информация будет приходить другим способом. И большие сюжеты, скажем, как собственно сейчас происходит. Дети знают «Войну и мир» и «Преступление и наказание» исключительно из сериалов. Потому что прочитать гораздо больше требует времени. Вот. И вот эта проблема времени, с которой я начинала, она на самом деле делается все острее и острее, конечно, в связи с тем, что объем информации, который сегодня необходим для того, чтобы быть в этом времени, хоть немножко в нем понимать, он дико нечеловечески увеличивается. В этом большая проблема. Я ее чувствую. Я себя чувствую абсолютно человеком 20-го времени, не перешагнувшим в это будущее. И, скажем, мои маленькие внуки гораздо лучше меня управляются со всеми там компьютерами, гаджетами, со всеми, которыми они пользуются. А я машу рукой, потому что у меня другие дела есть. Вот мне жалко на это тратить время. Тем не менее, это происходит все. Значит, возвращаюсь к рассказам. Значит, я ужасно рада была, что настал такой кусок жизни у меня, что я разделалась со всеми большими романными задачами. Последний был «Лестница Якова». И могу, наконец, снова писать рассказы. Это счастье, потому что в понедельник начал, в субботу кончил. Вот в хорошем случае. И ты свободен. Вот. Значит, эта книжка называется «О теле души». Она состоит из двух циклов. Один цикл «Подружки». Там 4 рассказа, а могло быть гораздо больше. И второй цикл, который вынесен на название, название вынесено на обложку этой книжки, он называется «О теле души». Там 7 рассказов. Вот их больше быть не могло. Потому что все, что я по этому поводу знала, а эта тема очень зыбкая, волнующая, трудноопределимая. Эта тема, в общем, я бы не сказала, что это тема смерти. Это тема смерти как границы жизни. Потому что если бы не было смерти, мы бы не знали, что такое жизнь. С ее радостями, огорчениями, с теми всеми опытами, которые жизнь производит над нами, а мы производим над ней. Вот это важное очень понимание, оно приходит с годами. Дело в том, что люди рождаются бессмертными. Маленький ребенок ничего не знает о смерти, у него есть ощущение, что перед ним пространство нескончаемое. Первая дохлая мышка, кошка, собачка, которую он видит, это ужасное переживание по поводу того, что приходит понимание того, что есть живое и есть мертвое. У меня у самой дети маленькие проходили через это, я знала, как это происходит. И вы, наверное, все знаете об этом. Но не все взрослые люди помнят о своем первом столкновении с этой самой дохлой птичкой. И это первый этап понимания, что такое жизнь на самом деле. Потом наступает момент, когда умирает первый раз в твоей жизни бабушка, дедушка, соседка. Сейчас, кстати говоря, есть такая тенденция ограждать детей от похорон, от всех этих печальных событий, сопряженных с уходом человека. Это, мне кажется, неправильным. На самом деле люди должны учиться прощаться и расставлять это в определенные места, эти события. Вот. И вот это уже как бы следующий этап зрелости, когда ребенок понимает, что человек тоже может умереть. Потихонечку он начинает доходить до мысли, что это ужасное событие может случиться с ним тоже. С годами возникает это понимание, что это случиться не может быть, а совершенно точно. Вот. И это на самом деле путь, который проходит практически каждый человек от рождения до смерти, вот это осознание, что она будет. Вот эта точка перехода и принятия этой мысли, и смирения с ней, и
рассмотрение этого события как события порой очень плодотворного. Вот это самая, собственно говоря, и тема этой книжки. Как я вам уже сказала, перед каждой из этих двух частей книги, перед каждым из циклов я поставила стихотворение. Стихотворения я вообще пишу всю жизнь, но никогда их не печатаю. Единственный раз, когда я их напечатала, это было немножко так стыдливо закрыто. Это в романе «Медея и ее дети». Эти стихи были написаны, конечно, мною, но они были подарены героине книги. Это не я, это Маша писала эти стихи. Вот. А это я совершила то, что в нашем языке называется каминг-аут. Вышла из шкафа, и, значит, это уже вот первый раз, пожалуй, я. Значит, вот это стихотворение, которое предшествует циклу «О теле души». Конец октября, бульвар, скамья, восточнее под кромкой гор Генуэзский порт. Западнее, если хорош прищур, кот дозор. Шелушишь в седой голове каждый факт, который был понят и принят не так, как надо бы сейчас. Все лживо, криво наперекосяк, кретинка, дурак, эмфакт. Ни один не выучен урок, но как же перло и до сих пор прет. Не за заслуги, за так, заканчивается антракт, начинается третий акт. Все прожито, первый синяк и последний рак, все утекло, мед из сот, гной из ран, Евангелие, Библия, Коран, даже буддизм и безлюдный рай, въезжаю в заключительный эпизод, и неважно, сладок он или кисл, он отливается в последний смысл. Хотелось бы фрактальности, но ее нет, есть только фронтальность, как этот стих, нет на подмостках поэта, но зал затих, падает занавес. Черный кабинет. Есть ли там кто? Или никого нет? Да, вы понимаете, есть какие-то такие вещи, которые в поэтическом пространстве можно написать, а прозаическое их не пускает туда. И поэтому вот так я получилось, что я вот эти два стихотворения поставила как предисловие к этой книжке. Значит, я думаю, что мы имеем еще возможность поговорить об этой книжке, потому что мне, ну, пожалуй, последнее, что я вам хочу сказать предварительно. Дело в том, что у меня вот это желание коротко делать все короче, оно очень давно. И свои романы я в отчаянии была от того, что они такие большие, мне их хотелось все время поджать и сократить. И это занимало много времени, вот это вот отжимание досуха. И это очень трудно на самом деле, потому что вот ты придумал, и тебе это нравилось, а теперь надо это выбросить для плотности. И вообще такое чувство, что то, что написано, должно быть как снежок плотное, вот это вот так вот сжато до предела. И я старалась, насколько я могу, это сделать как можно более плотно. Книжка небольшая получилась, это хорошо. Могла бы, может быть, еще быть поменьше. Вот. Ну, пожалуй, это все, что я вам хотела сказать. Остальное вы меня будете спрашивать, а я вам буду отвечать. Пожалуйста. Если можно, через микрофон, потому что я плохо слышу. Людмила Геннадьевна, можно я начну? Первый вопрос. У вас в первом стихотворении, которое предваряет первый цикл, есть замечательные слова «Помогая друг другу тащить чемоданы, гробы и картошку». А можно два слова об освещениях в этой книге? Вы знаете, давайте я тогда прочту это стихотворение. Это то первое стихотворение, то, что я вам прочитала, оно второе, а это первое как предисловие к циклу «Подружки». Длинное. Амазонки, девчонки, старушки, подружки мои, в сапожках пестросветных, в галошах, в сандалях, босые, хороводом поющим, беспечным, трамвайным, шумливым, порой визгливым, все вращаются, скачут и пляшут, кто твист, кто кадриль, танцы мира священны, а пение их таково, что больных исцеляет, детей усыпляет, но мертвых вернуть не умеет, хоть может научиться вскоре. Как прекрасны подруги, кудрявые, в косах, венками, и бритые наголо, с черепами, как шары из слоновой сияющей кости, в лохмах, дредах, в кудрях гиацинтовых нежных, на легких ногах, на пуантах одна и в припрыжку другая, та в инвалидной коляске.
а за нею подругу с клюкою трехногую после инсульта. Скачут юные, сиськи которых заточены остро, веслогрудые скачут, и сливы сосков подлетают, играя. Плоскогрудые девочки скачут, руками свой срам прикрывая венком из укропа. Я люблю вас, подруги, за ваше веселье и верность, за добро и за щедрость, за то материнское чувство, с которым вы склоняетесь к малым и слабым, будь хоть мышь, хоть лягушка, не то что дитя человечье. Танька, Зоя, Лариса, три Наташки, Диана, Ириша, Катя, Лена, Тамара, Илана, Кристина, Игана, Мария, Настя, Катя, Киока, Маша, Маша, конечно, едва не забыла, потому что ушла так давно, что детишки родили детишек и выросли внуки. А из тех, что ушли, хоровод обращается выше, подними только взор, и увидишь веселые пятки или тапки покойников хлипкие, и саванов их белизну. Вера, Катя, Оля, Тамара, Гайне и Марина, Ириша и Натали. Вместе прожили жизнь, на руках вынося все печали, помогая друг другу тащить чемоданы, гробы и картошку, отрыдав на грудях друг у друга все страсти, мордасти, все измены, аборты, предательства, обыски, стыдную зависть. Мы друг другу учили прощать, но сначала мужей уводили, блудили, лгали, вытворяли такое, что потом на коленях стояли в слезах и молили. И ждали друг от друга прощения и милости, сестринской ласки и дружбы. Мне не надо других, я люблю этих ветреных, мудрых, бесстыдных, обольстительных, лживых, прекрасных, суеверных и верных, умнейших и дур беспросветных, у которых учиться могли бы и ангелы в небе. Мне нужны вы такими, да и я вам подстать. Так, теперь... Спасибо. Теперь ваш вопрос... По поводу стихотворения этого. Был по поводу посвящений, которые есть в вашей книге. Подругам они, ну, видимо, да. Ну, конечно. Там у вас есть персональные посвящения, но мы можем этот вопрос оставить читателям, они их найдут в книге. Да. И продолжим. Да, да. Некоторые из рассказов посвящены какому-то определенному человеку, и, к сожалению, я не смогла эту всю книгу посвятить моей подруге, которая умерла буквально вот 10 дней тому назад. Я к ней ездила прощаться, но книжка уже была в редакции, и она ушла, она была потрясающая совершенно. Женщина изумительная. Ну вот так это происходит постоянно. Спасибо. Вопрос из зала. Людмила Евгеньевна, один из моих самых любимых романов – это «Зеленый шатер». Как вы думаете? У меня два вопроса. Возможно ли сейчас про современность написать подобное? И почему литература о диссидентском движении, даже среди либеральных, там, противостоящих власти писателей, не слишком популярна? Спасибо. Вы знаете, я думаю, что здесь скорее дело в том, что для того, чтобы осмыслить время, надо, чтобы какое-то время прошло. Ведь Лев Николаевич Толстой собирался писать роман о войне 812 года, оказалось, что он застрял в более ранних временах, потому что оказалось, что требуется время для освоения пространства этого. Поэтому я думаю, что это не какая-то принципиальная установка или страх не писать об этом. А я думаю, что это просто надо проработать это. Должно быть отработано внутренне, и, возможно, это требует большое время. Вы знаете, сейчас, как никогда, возник жанр сериалов, который гораздо быстрее отражает происходящее в действительности, чем литература. То есть быстро... Это мастерские работы, несколько прекрасных, я знаю, есть. Вот. Давайте подождем, а вдруг еще будет написано. А первый вопрос я забыла. Возможно ли современный «Зеленый шатер» сейчас? Вы знаете, вот опять-таки вопрос, ответ я уже дала. Понимаете, да. Все-таки события, которые описываются в «Зеленом шатре», это события в основном 70-х, 80-х годов. Сколько лет тому назад? 40.
Так что подождем 40 лет, вы еще, может, у вас есть шанс дожить и получить роман о проблемах сегодняшнего дня, о наиболее острых вопросах, которые нас всех сегодня задевают, о том, как изменяется человек. Потому что вот я это чувствую просто острейшим образом. Я сейчас была в Екатеринбурге, в Томске. И так получилось, что там я общалась довольно тесно с молодыми ребятами. 30-летними. Одному было 29, другому 30. Но я просто, честно говоря, в восторге. В восторге от их уровня образования, от уровня эмоционального достойного спокойствия. Ну, правда, это Сибирь-Урал. Там другие немножко люди живут, сильно отличные от Москвы, от людей Центральной России. Все-таки это часть нашей страны, которая рабовладение не избежала. К тому же Екатеринбург и Томск – это люди, где, ну, особенно в Томске, где живут ну, довольно много потомков сосланных поляков, немцев. Северные народы там свою кровь, так сказать, вливают. И мне и народ этот очень понравился приятным развлечением от сегодняшнего московского. И вот эта молодежь просто у меня вызвала чувство восторга. Они прекрасным образом другие. Вот просто восхитительно. Я очень рада этой встрече с ними. Я не ответила вам на вопрос, но приблизительно. Спасибо. Приблизительно. Вопрос из зала. Людмила Евгеньевна здесь. Известно, что вы сценарист. Расскажите, пожалуйста, о возможной киноэкранизации ваших произведений. За ответ спасибо. Ой, вы знаете, у меня несколько довольно неудачных было опытов. Понимаете, я в своем профессиональном движении, это единственное, чему я немножко поучилась, писать сценарии. Это было, наверное, начало 80-х годов. Я ходила на в Дом кино, там были семинарские занятия для тех людей, которые хотели научиться писать сценарии для мультфильмов. У меня есть несколько мультфильмов. И это было исключительно полезное занятие, потому что я поняла тогда, что такое эпизод. Что повествование не может быть построено иначе, чем через эпизоды. И не только в кино, но и в любой литературной работе. Вот, значит, мне было лет еще 35 еще не исполнилось. Это очень важная цифра, потому что были такие сценарные курсы, куда брали до 35 лет. И я подала, мне еще не исполнилось, я подала такие сценарные курсы к мастеру Валерию Фриду. Он вот такой вот замечательный. «Холодная зима» 53-го года. «Холодное лето» 53-го года его фильм. Вот. И он меня не принял. А я ему подала сценарий какой-то написанный. Он меня не принял, я очень расстроилась. Потом он мне звонит и говорит: «Люсь, мне вас просто жалко, что вы будете занимать место, вы все умеете». И, значит, и таким образом я никуда ничего не научилась. И это, конечно, было замечательная такая удача, потому что если бы я увязла в кино, то я бы, конечно, до прозы не добралась. Значит, теперь, когда я уже взрослая девочка, то я очень благодарна моей судьбе, потому что я теперь точно знаю, потому что я писала пьесы, что работа драматурга – это создание полуфабриката. А фабрикат – продукт производит режиссер. И поэтому я иногда время от времени я все-таки даю свое согласие на то, чтобы взяли для инсценировки что-то. И всякий раз делаю это по слабости, потому что все-таки мною принято решение не давать свои прозаические вещи, не давать в кино. Потому что времени на то, чтобы написать самой сценарий, пройти по уже пройденному мною пути еще раз, другим способом, у меня времени на это уже нет. А давать это делать другому человеку, я немножко, ну, я ему должна очень доверять, чтобы это отдать. Вот единственное, по-моему, пристойное вполне, работа была с Юрием Грымовым. Он сделал сериал по
Казуса Кукоцкого. И, по-моему, это вполне достойно, ничего там такого меня не оскорбило, скажем так. Хотя, если бы делала я бы делала немножко иначе. Уж во всяком случае, к финалу по-другому вышло. Но это не важно. Вот. Поэтому, в принципе, я не очень рвусь к тому, чтобы мои там всякие рассказы по басенке, чтобы они были экранизированы. Я стоять и держать за руку не могу и не хочу режиссера, а самой влезать в сценарную работу не хочется. Но я вам должна сказать, что мне очень повезло. Я встретилась несколько лет тому назад с польским режиссером, который работает в России. Он кончал ГИК, по-моему, или ГИТИС, Анджи Бубень. И он сделал, по-моему, не то 5, не то 6 работ по моим там всяким вещам. Во-первых, он поставил замечательно пьесу «Русское варенье», которую я видела в очень плохой режиссерской версии. Забраковала пьесу, решила, что это я что написал, то и смотри. Вот, а потом я увидела, как ее поставил Анджи Бубень. Это было просто замечательно. Вот, так что зависимость наша от режиссеров 100%. И поэтому я туда не рвусь. Спасибо большое. Слева вопрос. Ну, Вене, слева. Здесь мы. Здравствуйте. Вот я вас знаю как рассказчицу, да? И вот вопрос о том, что вы такое считаете, вы создали такое капитальное, чтобы, ну, было как настольная книга интеллигента или подрастающего поколения. И подождите, по очереди. Так. Перейду к другому вопросу, более важному. Вот более компетентные люди обсуждали вытвержение вас на Нобелевскую премию. Дело в том, что могли бы вы повторить подвиг Пастернака, который отказался от нее, потому что его заставляли. И теперь время пришло такое, например, как Солженицын-то от ордена Андрея Первозванного. И такой очень много вопросов. Нет, наследники, нет, вопрос, вот... Наследников тоже, например, деньги из Америки им капали и заставляли отказаться. Вот отказались бы вы от Нобелевской премии или нет? Так, начнем с конца, да? Значит, во-первых, это абсолютное все недоразумение. Дело в том, что в прошлом году расформировали Нобелевский комитет за то, что произошла утечка информации. Информация о том, кто находится в шорт-листе, вообще в списке, информация секретная. Она публикуется через 50 лет. Поэтому это объявление о том, что я претендент на Нобелевскую премию, это произведение букмекеров. Букмекеры, которые либо украли эту информацию, либо так сами решили, прикинули, кто же там должен быть. И это все история по поводу денег. Они зарабатывают деньги, они принимают ставки. Значит, эти оказались проницательные, потому что, кажется, кто-то из получивших в этом году Нобелевскую премию действительно рассматривал с этими букмекерами. Я просто не проверяла. Вот поэтому, поскольку я эту ситуацию знала насчет Нобелевской ситуации, что через 50 лет, вообще, то я поэтому совершенно спокойно жила дальше, не задумываясь о том, как я потрачу миллион, который мне дадут за Нобелевский миллион. Вот, значит, ну, собственно, это ответ. Это ответ. Значит, первый насчет книжек, которые... Вы рассказчица в представлении читателя. Что вы посоветуете из ваших больших произведений? Можно я перефразирую вопрос? Ваш любимый роман? Мой, собственно, нет. Вы знаете, абсолютно невозможно ответить на этот вопрос. Я думаю, что самое... так сказать, правильные книжки для начала чтения писательницы Улицкой — это ее 3 детские книжки «Кобыла Мила», а что там еще, «Одинокая мышь», и там еще третий какой-то есть. Вот, потому что, по-моему, у меня это очень удалось. Поэтому у меня уже больше как-то на детские книжки не тянуло, но они, по-моему, очень получились. Спасибо большое. Следующий вопрос. Хочу поблагодарить в первую очередь вас за ваше творчество. Спасибо большое. Очень рада всегда читать, особенно новые книги. И хотела спросить,
вас как художника. Что вам больше нравится? Вот каждый художник может ответить, ему больше нравится начинать, когда он стоит перед белым листом, или заканчивать как-то. Что вам тяжелее или что вам приятнее, что вам больше нравится? Ну, такой. Ну, вообще, если какую-нибудь искать метафору, то это скорее более точная, наиболее точная метафора – это болезнь. Вот ты заболеваешь, хорошо тебе от этого не бывает. Но... Вот, скажем, я поболеть немножко очень люблю, потому что жизнь такая скоростная, я дико устаю, и я довольно... В общем, я человек долго, если я что-то обещала, я буду расшибаться в лепешку. Поэтому, когда я заболеваю, это меня немножко освобождает от прочих обязательств, а я болею. Вот когда я начинаю какую-то новую книжку, то вроде я тоже немножко освобождаюсь от всех обязательств. Говорю, ребят, я работаю, извините. Вот. И это очень... Хорошая отмазка. Хотя при этом я прекрасно понимаю, что жизнь и работа между собой связаны теснейшим образом. Если бы не моя эта безумная жизнь, то не было бы никакой работы. Все-таки это такие сосуды сообщающиеся. Вот. Когда я книжку заканчиваю, то у меня были последние годы толстые романы, то у меня ощущение счастливого избавления. Выдоха, в общем, просто летаешь, потому что все, это закончилось, между прочим, каторга, потому что, ну так, почему-то мы это выбираем в качестве работы, и нам это нравится, видимо, нам, которые это делают, у меня муж художник, и тоже я это по нему очень хорошо знаю, вот, очень хорошо от этого освободиться, но как-то почему-то так получается, что... Проходит немножко времени, да опять уже садишься, и снова что-то у тебя там начинает шевелиться. Спасибо большое. Я хочу, во-первых, сначала поблагодарить вас. Очень волнительно вообще разговаривать с писателем, настоящим таким большим. Спасибо вам за эту возможность. Вопрос у меня по поводу настоящего времени. Вот вы сказали, что в восторге от сегодняшних 30-летних. Но они, по-моему, все-таки больше люди 20 века, ну, в том плане, что выросли-то они в 20 веке, то есть вот детство их прошло, основная его часть. А что вы испытываете? Ну, наверняка вы думали о будущем сегодняшних детей, вот маленьких, которые сейчас растут. Какие вы чувства вот, испытываете по поводу их будущего? Мне вот страшно, например, у меня маленькие дети. Спасибо. Ну, вы знаете, дело в том, что так принято ругать время, и оно имеет множество качеств, за которые можно его поругать. Между тем, я совершенно уверена в том, что мы живем в золотом веке. Вот мы, мое поколение, я родилась в 43-м году, я знала скудость, бедность, голода я не знала. Ну, была убогая жизнь была такая. Я помню, очереди на руках писали номера. Дедушка меня брал, прадед, постоять в очереди, чтобы получить, купить не два десятка, не один десяток яиц, а два номерочек. Это я все очень хорошо помню. Вот. Оба деда сидели. Ну, один больше, другой меньше. Так что, в общем, но на жизни моего поколения не было тех жутких, кошмарных репрессий, которые были до войны. Ну и после войны тоже немножко, но они уже почти не коснулись, скажем, моей семьи. Правда, моего деда посадили в 48-м году, выпустили. Третий раз посадили. А выпустили в 55-м или 6-м. Но все-таки наше поколение, вот то, к которому принадлежу я, мы жили сытыми, мы дожили до времени, когда рухнули границы, железный занавес, и мы увидели мир, о чем даже не могли мечтать. Я помню, что когда я довольно рано первый раз попал в Париж, он на меня не произвел никакого впечатления, потому что у меня было ощущение, что я хожу между открытками. И только уже приехавши во второй раз, я начала понимать, что это не только иллюстрация к романам Гюго, что это живой современный город с его современным наполнением. Вот это абсолютно непредсказуемое
благодеяние жизни, то, что мы смогли оказаться в большом мире, посмотреть на него. Вот. И третье, конечно, очень важное, это не связано никак ни с властью, ни с государством, это связано с цивилизацией, это информационный мир, в который мы попали. Вот это вот совершенно поменяло, поменяло содержание человеческой жизни приблизительно так, как поменяла его гутенберговская книгопечатание. Вот представьте, вот мир, в котором еще не было книг, они были ручные, драгоценности в монастырях лежали. И когда они вдруг стали вот недорого стоить вообще, их много было. Вот сейчас революция, она еще более значительная, чем та, которая была благодаря Гутенбергу. Мы стоим на пороге, в общем, ухода книги из нашего обихода. Вот знание, информация, которую мы получаем путем клика, это фантастика. Я просто все-таки много еще времени проводил в библиотеках и знаю, что такое найти там материал тебе нужный. И сколько времени уходит на то, чтобы там написать литературный обзор. Такое было, к диссертациям полагалось литературный обзор. Что это была колоссальная трата времени, сил, там чего угодно. А сейчас нажал на кнопочку, и ты за 3 дня можешь все это собрать. Вот поэтому, в общем, мне это нравится. Мне это нравится, но когда я говорю «золотой век», вот все это может измениться. Потому что мы уже не будем дорожить тем, что можно купить билет на самолет и уехать в Прагу или в Хельсинки на субботу-воскресенье. Были бы деньги. Деньги, которые, кстати, можно заработать. Потому что в нашем городе Москве, в общем, сегодня безработицы нет. В Сибири, там, на Урале, там посложнее. Вот. Почему я так настаиваю на том, что мы живем в золотом веке? Потому что мое поколение жило без войны. Все время были где-то войны справа, слева, они были маленькие, до нас доходили слухи, а такой большой, мощной войны, как пережили наши родители, мы не знали. И никто не может нам дать гарантии, что ее не будет через какое-то время. Потому что политика безумная, совершенно... Ну, просто безумное. И в результате вместо мира мы можем получить большие неприятности. Вот. Значит, что еще? Почему еще я так люблю наше время? Ну, вот именно это время слома, где все так интересно, безумно интересно. Вот. А что будет дальше, трудно предположить. Трудно предположить, потому что очень, ну, есть проблемы объективные, экологические. Я сегодня утром прослушал передачу Сергея Морозова, замечательная передача, экологическая. Ну просто, ну катастрофа. Вот катастрофа прямо без 5 минут. А у нас в нашем большом городе Москве до сих пор нет раздельного сбора мусора. А я таких больших городов больше не знаю, чтобы не было 4 баков, куда кладут в отдельно пластик, отдельно объедки от еды, отдельно бумагу и так далее. Вот. И это для 14, сколько там, миллионного города, это просто преступление, на самом деле. Преступление власти. Вот. И это преступление, которое рождает сегодня за собой ШИЭС, который... Там большие проблемы. И это все проблемы завтрашнего дня. Мы про них не знали даже. А они серьезные проблемы. Поэтому что будет, как будут решать эти проблемы наши дети и внуки, не знаю. Перед ними колоссальные будут проблемы. И последнее, что я могу по этому поводу сказать. У меня есть такой очень важный для меня автор Мартин Рис. Он британский специалист, ну, космогония. То есть про космос никто на свете, наверное, не знает больше, чем он. Про устройство Вселенной. Он большой ученый.
И вот он написал две книжки. То есть он написал много книжек, но первая, которая до меня дошла, значит, там было написано, что по его прогнозам, научным прогнозам, это не Ванга и не бабушка какая-нибудь с картами, по его прогнозам человечество не переживет 21 век. По экологическим показателям, ну и кроме экологических, есть еще опасности планетарные, но там, а может прилететь, там, я не знаю, метеорит, как это было в истории Земли раз шесть. Вот. Значит, и потом, прошло лет 10, он написал книжку вторую, где он дает более мягкий прогноз, где он пишет, что, ну, шансы равные, что человечество переживет 21 век или не переживет. И приводит свою систему аргументации, почему человечество может уничтожить не только свой вид, Homo sapiens, но и значительное количество живой жизни на Земле. Вот. Мартин Рис меня совершенно в свое время сразил. И, понимаете, об этом лучше не говорить, лучше не думать, не вспоминать. Но настроение портится. Но это нашим детям и внукам предстоит все эти проблемы решать, и, может быть, они будут очень жесткие. Поэтому будем радоваться жизни. Она у нас... Спасибо большое. У нас есть еще время, уважаемые читатели и гости, для двух вопросов. Людмила Евгеньевна, прямо, чуть правее, партер стоячий. Мы здесь, вопрос из зала. Людмила, я вас как писателя знаю уже очень давно, и это невероятно приятное знакомство. Спасибо вам за ваши книги. А как человека, я вас в живом общении, как человека, которому можно задать вопрос, услышать ответ, вижу сегодня впервые. Когда люди только знакомятся, они иногда задают друг другу такой вопрос. Чай или кофе, Толстой или Достоевский? Хочется вас об этом спросить. Чай Толстой. Нет, на самом деле, просто чай мы, русские люди, условно, пьем целыми днями. А кофе я на самом деле люблю, но пью не больше, чем два раза в день. А чай всегда. Значит, это самая антитеза. Достоевский, Толстой. Безусловно, Толстой. У меня с Достоевским очень тяжелые отношения. Гений, это вопрос не обсуждается. Вот. Но, вы знаете, это на самом деле через дневники это лучше всего начинаешь понимать. Вот когда я очень люблю читать дневники Толстого, из которых ты понимаешь, что гений, надо такие глупости говорить. Вот. И это меня с ним на самом деле роднит, потому что я понимаю, что... Поняли, да? А он живой человек. Он исключительно живой человек, у которого реакция разнообразна. С утра он думает так, к вечеру по-другому, а расстроился из-за жены, думает по-третьему, и вот это его... лоббильность его внутренней жизни, она мне ужасно мила. И потом он прекрасный. Он прекрасно думает, на самом деле, потому что он строг к себе безумно, невероятно строг к себе. Вот. В общем, я поклонник, большой поклонник Льва Николаевича Толстого. И мне очень мало симпатичен по-человечески Федор Михайлович Достоевский. Это не значит, что его идиот... книги он писал гениальные, «Бесы», чрезвычайно важная книга, «Идиот». Но есть один у меня к нему, я не могу сказать претензия, но есть один момент, вот то, что меня в нем неприемлемо для меня. Дело в том, что Достоевский совершил, почему он так вообще разошелся по миру, почему его так обожает мир, Европа, Америка, его всюду, он всюду переведен. Вот вопрос, да, почему? Он довольно плохо писал. Временами совсем плохо, временами хорошо. Я имею в виду письмо, профессиональное, так сказать, дело. Дело в том, что он никому не говорит, это мое... личная точка зрения, он легализовал зло. Дело в том, что он показал,
что зло – это нормально. Зло в человеке – это нормально, естественно, и он нам предъявил милого героя Раскольникова, дав ему оправдание творить зло. И мы забываем о том, что он и старушку убил, и сестру старушки убил, а старушке было 46 лет, если не ошибаюсь. И это разрешение творить зло. Вот что он сделал. И, ну вот, я очень рано об этом задумывалась. У меня он все время, у меня было какое-то чувство протеста внутреннего из юности. Вот. А потом уже в более зрелые годы я сказала, нет, я этого не хочу. Вот эта установка, пожалуйста, пусть будет Лев Николаевич Толстой со всеми его ошибками, глупостями, заблуждениями. Но там человек хорош. И мне, а я тоже считаю, как Лев Николаевич Толстой, что человек хорош. Вот, он разнообразен. Но, так сказать, эта борьба хорошего и плохого в человеке, мы ее наблюдаем и в повседневной жизни. И, так сказать, она бывает очень интересна. Но я не хочу легализовать это зло и говорить, что оно имеет право на существование, оно есть законное, оно есть непременное качество человеческой породы. Но вы задали мне самый неприятный вопрос, который вам могли задать. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, есть ли еще в зале вопросы? Не вижу. Тогда, может быть, финальный вопрос. Есть? Да, пожалуйста. Предпоследний. Спасибо большое. Людмила Евгеньевна, большое счастье с вами находиться в одном месте. Спасибо вам за ваше творчество. Думала, может быть, не задам, задам вопрос. Расскажите немного, как вы пришли к роману «Лестница Якова»? Это же все близко, ваше родное. Да, я понимаю. Дело в том, что в сущности там все это написано по правде. В 2011 году... Да. Да, я открыла пачку писем, которая у меня лежала с момента смерти моей бабушки. Я знала, что сверху лежит письмо, датированное 1911 годом. И я боялась эти письма открывать, потому что, ну, знаете, у каждой семьи вот эти скелеты в шкафу, достаточно сложные отношения были, там, бабушка, дедушка, мама, папа, все это было... Частично я знала, частично по намекам что-то понимала, частично я мне что-то там рассказывали. Когда я прочитала эти письма, понявши, что прошло уже 100 лет, я могу их прочитать. Они на меня произвели огромное впечатление. Роман «Лестница Якова» – это прочтение этих писем, потому что это не письма там приведены. Их, конечно, было гораздо больше. Я даже подозреваю, что в романе осталось все-таки писем больше, чем было бы нужно. Вот. Но там были такие пустоты, которые я заполняла совершенно вымышленными вещами. Я об этом не знала. Понимаете, поколение моих родителей – это было абсолютно молчащее поколение. Они ничего себе не рассказывали. Этот страх, в котором они жили всю жизнь, значит, они рождение мама 18-го года, папа 16-го, то есть они уже советского времени дети были, при том, что их родители сидели временами, кое-что там, какие-то были другие давления, скажем, дед Улицкий был сослан не один раз. Вот. И поэтому для меня эти письма, конечно, послужили большим толчком. И всякий раз, когда вот пишешь такой корявый роман, который абсолютно не вписывается в этот формат, мы знаем, ну, у романа есть определенные там законы свои. Вот вопреки законам, конечно, я шла совершенно вопреки законам жанра, но я в Литинституте не обучалась, могу себе позволить. Вот. И то же самое было с Даниэлем Штайном, потому что тоже структура была безумная. Вот. Ну, раз получается интересно, раз вам интересно это читать, значит, я считаю, что этот мой риск писать неправильные романы, значит, он оправдан. Спасибо большое.